Здравствуйте. Ой, мы так рады, что вы нашли время нас посетить. А то мы, как сказать, ну, мероприятия проводим, но вот такого живого общения у нас нет. Мы прям очень рады, что у нас сегодня есть такая прекрасная возможность. Буквально 4 вот номера, так в качестве приветственного слова. И потом сразу выйдем и будем сажать. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Здравствуйте, дорогие наши номера. Мы очень рады вас приветствовать в такой славный, прекрасный праздник. В эти теплые майские дни как трудно представить себе взрывы, бомбежки, атаки, страшные битвы, в которых ковалась ваша победа. 22 июня 1941 году началась Великая Отечественная война. Весь наш народ поднялся на борьбу. В военкоматы выстраивались очереди. На фронт уходили прямо со школьной скамьи. Солдаты думали о доме, о близких и любимых. Было трудно, было страшно, но бойцы давали клятву не отступать. В тылу оставались только женщины, старики и дети. Давайте перенесемся сейчас в тот далекий 41-й год. Всех я вас поздравляю с таким великим праздником, днем 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник для нас действительно очень дорогой. Война была очень тяжелая, кровопролитная, и она длилась 4 года. Война начиналась в 41 году, 22 июня. Это был воскресенье, Сабантуй. Объявили 10 часов, и тут расстроился Сабантуй, все уже поехали по домам, сразу получили повестки, и уже в течение нескольких дней деревня опустела. И мы только что окончили 7 классов. И все 4 года
все лето мы работали в поле, потому что женщины детьми там не могли ночевать, а мы даже домой не возвращались, жили прямо в поле и работали все лето. К сожалению, наши дети мало знают или не знают совсем об истории своих прадедов и дедов. И вот по книгам, по фильмам, по тем материалам, которые мы можем, имеем, мы историю изучаем. И сегодня, в честь 70-летия Победы, мы с вами продолжим посадку яблонь в нашем саду, который нам привезли наши уважаемые гости, сайт Хазрат. И сегодня мы все вместе сейчас с вами выйдем вот в эту боковую дверь сейчас. Там нам уже с вами готовят ямки, и все вместе продолжим посадку нашего сада, который у нас уже есть, его добавили. Красивыми, шикарными, очень хорошими, элитными саженцами. Вот видите. Я не мечеть, мне понравилось. Мы сажаем деревья, чтобы Аллах Тагала, иншаллах, был нами доволен. Здесь камень. Здесь камень. Здесь. Достань. Пока не уходила. Так, вот здесь корень на сколько? Привитый? Прививку. Она должна сверху остаться. Угу. А корень снизу. То есть, да, по это она место, видна. Вот это место не должно оставаться в земле. Только то, что вот это до этого под места. Под землей, то есть корень, это да. Над землей. Над землей, да. Закапывают, чтобы потрамбовать посильнее, чтобы потом. Ну это да, это понятно. Ну мы сейчас добавим. Вот туда белый не пересадил. Белого здесь сюда. Вот туда я правильно посадил. Вон под дерево дел. Белый сюда не сажай, нет, нет, нет. Данил, Данил. Белый не сажай. Здесь сажаем вот такие сиреневые. А куда белый? Куда, а? Белый? Куда белый? Белый вот сюда один. А пока это оставь, мы потом посадим на клумбу. Вот листочка у меня стоит. Вот. Пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если вы узнаете, что завтра будет судный день, посадите сегодня деревья. Вот потом будем ходить поливать. Если не хотите дедушку расстроить, а то он приедет, выйдет, что у вас все высохло. К нам гости приехали с мечети. Мы сажаем деревья. Я посадила одно дерево. К нам приехал ветеран, и мы сажаем яблони. Там сажаем яблони. Ой, я не знаю. Вот так вот прижимаемся снизу. Грабли возьми, грабли разровняй. Не надо, водой надо было. Польем. Давай, наливай сюда. Подожди, подожди, подожди. Вот наливать надо. Вот наливать, конечно. Подожди. Он без воды умрет. Давай, давай, давай. Цветы – это красота. Понимаешь, вот из окна выглядываешь, и это все. Во имя Аллаха, милостью милосердного, поздравляем всех участников Великой Отечественной войны с 70-летием Победы. Также хотелось бы от лица прихода Закобанной мечети имени Тысячелетия принятия Ислама выразить сердечную благодарность Гатаульну Хаджи Миниахметовичу за ту работу, которую он ведет уже с нами на протяжении 25 лет. Выражаем огромную сердечную благодарность и очень ценим тот вклад, которую он внес в развитие ислама с 90-х годов в Республике Татарстан. Это неоценимый вклад, который позволяет на сегодняшний день развиваться исламу на территории Республики Татарстан. Мы желаем Хаджи Эфенде, чтобы он дальше продолжил работу с нами. И надеемся на то, что его работа, его труд будут приняты Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля, и воздадутся ему наградой, высшей наградой джанната, джанатуль фирдаус. Почему? Потому что те, кто
работают на пути Аллаха, те, кто сражаются на пути Аллаха, иншалла тааля, они уходят шахидами. О них Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, сурат Аль-Бакара, не говорите, что они мертвы, они живы, они среди вас. И иншалла тааля, мы надеемся на то, что вы будете в дальнейшем с нами работать и на пути Аллаха Субхану ва Тааля. И дай Аллах вам здоровья, счастья, крепкого имана, иншалла, чтобы Аллах был вами всегда доволен. Именем Аллаха милостивого и милосердного, позвольте вас, хаджи афанде, поздравить с 70-летием Победы и вручить вам от имени прихода Закобанной мечети имени тысячелетия принятия ислама благодарственное письмо. Большое вам спасибо за тот неоценимый вклад в развитие ислама в Республике Татарстан. Аллах рахмат улсын. Аллах рахмат улсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. Кто создал небеса и землю и не спаслал вам с неба воду? Посредством нее мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли Бог, кроме Аллаха?